iPhone 4. Замена шлейфа кнопки Home. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 4». Выкручиваем винты, фиксирующие дисплейный модуль. Металлической лопаткой отделяем нижнюю часть дисплейного модуля. Пинцетом извлекаем кнопку Home со шлейфом. Новую кнопку со шлейфом пинцетом устанавливаем на место. Затем закрываем дисплейный модуль. Все, шлейф кнопки Home заменен.